Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, тубро, стаканчик, алга, как всегда, отличное настроение, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на карте Big City, очень классный режим. Я бандит, который переоделся в аниматроника и угнал машину цистерну. А пацаны должны меня остановить. Главная ваша миссия, знаете, что сделать? Чтоб я 10 секунд не мог двигаться, и значит я арестован, и можете меня убивать. Просто выйти с машины и застрелить. Сейчас, да, я выйду. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, не забывайте, что Shift ускоряет вашу машину. Так что не забываем о главном. Нажал Shift, ускорился. Вот говно. Все, пацаны, можете меня ловить. Я вижу, как они летят со всей силы. Но это не работает так, потому что я взял специально тяжелую машину. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Успокойся, псих, я тебя знаю в лицо. Смотри, как я с тобой расправился. От говна. Так, я еще двигаюсь, нормально все. Вас надо, чтобы вас именно было четверо, тогда вы выиграете. Кто вы поехали? Они, наверное, не знают. Ого, он летит, крутит вертушки. Блин, я даже в горочку плохо еду. Какая конченая машина. Это ты меня, да, толкаешь влево? Нет. А, я думал, это ты меня толкаешь. Вот он я. Придется наказать полицейского этого. А мы же зажимаем его. Красиво? Наказал. Ребята, мне очень нравится эта погоня, она реально крутая. Ой-ой-ой, друг друга толкают. С ручничком. Точно же, ручники. Пробел нажимаете? Ого! Я скажу, что это было страшно. Очень жестоко. Красиво, прям именно. Ой-ой-ой. Слышь, у меня уже движок подчихивает. Так, пацаны, вам надо придумать какую-то тактику, реально. Чтоб меня остановить. Согласись, мои фурии все равно. Именно. Кнопку поставить. Именно танк. Давайте Митя. Так, давай, ты сможешь. Отлично. Главное, у меня сейчас скорость на... Так, набираем скорость, потому что моя машина может ехать. Отлично, ребята, ну что, пока. Мне нравится. Напишите в комментариях, смогут ли они меня остановить где-то в течение 5 минут или нет. Мне интересно будет. Мне кажется, они смогут. Я буду максимально сильно убегать. Бум. Я тебя как щенка давлю. Да, эта машина старинная. 50-х годов, она реально мочит. Ой-ой-ой, вовремя я свалил. У меня движок подтарактивает. Знаете, вам шанс только развалить мое корыто. Только так. Блин, я не туда поехал. Все. Ой, блин, я ж игру свернул. Хотите сказать, что вы мне выиграли? Да, мы тебя загнали в черную дыру. Стойте, у меня есть шанс выехать. Есть шанс? Сейчас. У меня движок подкашливает. А там нет выхода. Нету выхода? Нет. Я знаю. Я хочу как-то выехать. Нет. Я знаю, как ты на этом не видишь. Почти. Нету, здесь нету выхода. А я не могу, да, выехать? Ну ладно, придется выйти с машины. Нет, здесь нет выхода, правда. Вы арестованы. Вы арестованы имени закона. Ха-ха-ха! Нет, ребята, так не работает. Угнал мою машину. Ребята, я же... Блин, вот надо было разворачиваться и просто валить, согласись. Вы это арестованы. Так, короче, ребята, я беру другую машину. Вы пока доедете до меня. Или давайте берите новенькие машины себе, да, свежие? Давайте вам Lamborghini. Я, короче, знаете, какую машину украл? Угробил. Автобус с людьми. У меня, короче, на борту много пассажиров. Да, в заложники. Все, погнали. Ой, извини. Извини, обстоятельства. Так, давайте, ребята, начинаем. Да, я уеду, пожалуйста. Автобус будет побыстрее, чем та корыта. Ну чё, можете меня ловить. Я угнал автобус, у меня
Не, у меня не пассажиры, а у меня бомба мощная. Взорву всех. А, так это машина легко толкается. А моя хуже управляется. А как ты фары включаешь? На F. У меня тоже фары. Давайте с фарами, прикольно. То еще и дальний. О, дальний есть. Давай сигнал. Ты видел, как я дрифтую на автобусе? Да. По красоте. Как ты сигналку включил? На Х. Я потерял преступник. А, я в стенку врезался, не то нажал. Преступник потерян. Преступник сваливает, красиво. Нашел. Вы нашли, да, меня? Да. Преследую. Переоделся в аниматроника и красиво еду в автобусе, мне нравится. У меня колесо пробито. А, так у меня полицейский автобус. Ребята, красиво, да, уезжаем? Согласитесь, четко. Постоянно в пути надо быть, просто наваливать. Так. Ну что, вы видите меня или нет? Да. Блин, видит. Вали, вали, Димка, вали. Там тупик. Красиво, красиво. Это было все как всегда подстроено. А мы вот так вот. На, ты думал, я буду сваливать? Спасибо, спасибо тебе. Я буду фигачить вас тоже. Надо его в бок бить, а не взад, он тогда подталкивается. Где вообще? Так. Давай, давай. Ой-ой-ой, ты что, решил мне автобус поломить? Это ж ваш полицейский автобус. О, вот мой старый. Давай, он сможет выехать. Я на пузо сел. Так, ускоряемся, пожалуйста, автобус, ты сможешь. Можешь я пешком дойду? Можешь добежать. Тупик. А, нет, там не тупик, там было где проехать. Спасибо, спасибо. Я так и хотел. Автобус-бомба, мне нравится. Красавчик, только немножко дом трусь, но это ничего страшного. Да, Гаррис Мод классная игра. Можно перестрелки, можно погони, можно прятки. Что угодно. Может там сделать в следующий раз битву на самолетах? Круто. Да, ребята, напишите плюсик в чате, и мы сделаем битву на самолетах. У нас же есть классные моды. Вы тут не можете меня поймать. Согласитесь, я очень опытный водитель, даже на автобусе. На такой машине очень неудобно. Берите любые машины. Любые? Да, какие хотите. Легко. Я буду на этой лупашить. Лучше пешком. Да. Так как же ты меня остановишь? Могу. Перед машиной встанешь. Да. Нормально, ребята, едем. Четко. Вон я вижу разбитая машина полицейская. О, он спортивную тачку поставил. Давайте подождем. А ты меня видишь? Да. Вон ты едешь на белой тачке. Нет, не белая. А, не белая? У меня оранжевая Ламборгини. Так, я тебя не вижу. Так, очень пацаны не... за мной лупашат. А он еще заехать бы ему как-то. Там такая бешеная машина. Ой, кто-то шарами фигачит. Я? Ого. Ну что, вы едете за мной? А где ты? Он сзади, газуй. Газуй, спасибо тебе. Ого, ракетница летит. Эй, ты же и попадешь по мне. Нет, твоя машина после сравнения с моим автобусом очень слабая. Очень слабенькая машинка. Потому что физически я могу ее как щенишку кидать. Смотри, как я на автобусе очень большой радиус поворота колес, и ты будешь ехать за мной. Эй, ту, бро, ты что так делаешь? Я же испугался. Последняя, ребята, погоня, последняя. Я угнал очень машину такую редкую. Допустим, я угнал броневик. БТР? Да, без стрелянины. Давайте так попробуйте реально остановить. Я буду на этом пятачке ездить, не буду по всей карте. Давайте на умение. Вы любую машину берете. Ну, ваша цель остановить меня. Ого, осторожно, колесо отломаешь. То есть только тебе. Давай, я вот тут буду возле спауна вообще ездить. Да.
Пацаны, ну чё, давай, кто там у нас на желтой машине модной? Знаешь, как я могу тебя остановить? Пробу. А, ты же на бордюр не можешь заехать, да. Дурную машину ты взял. Тубро, если ты не будешь гоняться, я тебя буду сбивать или забаню. Держу, держу его. У этого броневика очень большие колеса. Я это использую. Да, он наш немножечко дрифтует. Припаркуюсь, постою немножко. Ну что, попробуйте меня зажать. А я попробую выехать. Давайте, даю вам 20 секунд, чтобы меня зажать. Блокируйте меня. Я не могу, допустим, завестись. Так, одна машина стоит подо мной, следующий. А, ты хочешь сделать, чтобы колеса висели в воздухе? Да. Это ну, сзади, сзади. Я даю газу, видишь, и твоя машина не может сопротивляться моей. Опа, опа, это уже что-то интересное. Тут такое ощущение, что один челик за меня играет, а не против вас. А не против меня. Видишь, что он делает? Ребята, я выехал. Просто наизично. Хорошо, что ты еще не стреляешь. А этот броневик что-то не стреляет, конченый. О, стойте, есть у меня машина, которую вы не сможете никогда поймать. Потому что это очень читерская машина. Ну что, ты готов к смерти? Да, машина. Т-90. Вылети отсюда, щенок. Танк, да? Конечно. Ой-ой-ой, красиво. Эй, ты удалил танк, так нечестно. Это конченый танк. На. Ты что, голимый? Ты по мне попадаешь. Ребята, смотрите, как я его сейчас вынесу. Опыт, опыт, опыт против силы. На, кишки из жопы. Ну что, давай, последняя битва. На. Эпичные, эпичные кадры, ребята. На... О, сейчас мы еще машину-то подорвем. Эй, ты че по мне стреляешь? На, красавчик. Отдохни. Сейчас я возьму такой танк, который вы не сможете убить. Это нереально будет. Ждите меня. Сейчас я из-за угла выйду. Перезаряди... Есть пробитие. Есть пробитие. Гусеница слетела успешно. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Я уже еду, ты зарядился или нет? Естественно. Естественно. Давай, выходи. Выхожу, выхожу. Я в конец карты улетел. Ого, даже меня убило. Ну что, нормально я вышел? Пойдет? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!